Друзья, я приветствую вас и рад поздравить с тем, что вы стали участниками первых бизнес-игр Mercury Business Games. Всем желаю удачи, всем желаю хороших показателей в магазине. Но самое главное, чтобы вы получали удовольствие и чтобы вы не сдавались. Пришел, увидел команду, и мы сразу сдружились. В один из дней нам удалось повысить скорость сборки онлайн-заказов. Тебе нужно за какой-то срок, достаточно короткий, придумать, как интересно обыграть какую-то тему. Например, вот сегодня прислали то, что нужно отснять ролики для партнеров. Это большой опыт, тем более сейчас летние каникулы, мы не так заняты, почему бы не заняться чем-то полезным. Я за этим сюда и шла, для того, чтобы получить новый опыт и улучшить свои навыки коммуникации. Да, то есть это сложно, но это очень полезно, и мне нравится игра. И когда обычный покупатель кричит на кассира, почему там-то нет ценников или там-то он неправильный, тебя даже за душу берет, как ты переживаешь за кассира. А раньше я всегда был на стороне покупателя. Приятно, что мы снова здесь, и мы уже прошли такой большой путь. И от лица организаторов, от лица Mercury Media Group, от лица генерального директора Кирилла Бондаренко я вас поздравляю с завершением первых в истории студенческих бизнес-игр Mercury Business Games. И победители первого сезона студенческих игр Mercury Business Games — команда AMG, амбассадорство Business Games!